Банк «Восточный» одобряет планы своих клиентов на отдых и предлагает кредит до 1 миллиона рублей наличными. Оформление занимает один день, поэтому можно оперативно успеть приобрести даже горящие путевки. Согласно тому же опросу ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину отдых за границей обойдется примерно в 43 тысячи рублей. Поэтому кредита хватит на всю семью. Кроме того, у банка есть еще одно приятное условие. Ставка по кредиту, независимо от суммы, составляет 9,9%. Это позволяет погашать его с минимальной нагрузкой на бюджет. Реализовать свое право на отдых комфортно и просто. Все необходимое для этого уже есть в банке «Восточный».